Доброго времени суток, вы на канале Let's Hard Games, с вами Бабкин, и мы продолжаем проходить Castlevania на высокой сложности, а точнее DLC. Собственно, почему я сюда вернулся? Да потому что вот тут вот лежит палец Франкенштейна. Так что вот подбегаете, нажимаете F и забираете его. Думаю, это понятно. И, собственно, продолжаем, да? Вот, показано, что я его уже взял. Заброшенное крыло. Давайте начнем. And I could not at that moment deny that I myself had returned. Now, as I look back, I see the crooked path that I had been set upon all those years before, leading me inexorably to this moment. I can still see her face in my mind's eye. Poor dear Laura. Such a sad tale as ours. A tale of heroes who strove to save humanity. Кстати, ту малышку зовут Лора. Вроде как. Новая локация, я в ней ранее не был. Кстати, вот эти вот пальцы Франкенштейна, я думаю, они ни на что не влияют. Так что их, в принципе, не обязательно искать. With horrible things that will eat you. You cannot cross by swimming, but maybe your magic boots can help. О монстре рассказывается. Окей. Ой. Обалдеть. Так, а почему я не побежал по воде? Так, очередной ролик. Там, где меня покоцают, поэтому сделаем вот так вот. Пропустим еще раз. Ну что-то я вообще не пойму. Are infested with horrible things that will eat you. You cannot cross by swimming, but maybe your magic boots can help. Каким образом мне мои сапожки помогут? А, я понял. Бегаем по воде. Скилл Иисуса. Ладно, ладно. You know, you would save yourself a lot of trouble.
тут уже намекает, что давай превратись в Дракулу. Перевоплотись, точнее. Быстренько. I admit that the bloodlust bothered me a little at first, but now I love its flavor. Yummy. Успел? Блин, я там не успел прочитать, что она говорила, но что-то типа покушать крови, да, Габриэль или что? Самый прикол то, что... Ой, куда это меня? Да ладно. Самый прикол то, что я вот прыгать не могу, ничего не могу. Даже вот если сейчас просто пойти, видите, я не иду. То есть я нажимаю как бы идти, но он не спрыгивает в воду. Ой, плохо. Так, а есть и контрольная точка? А, ну окей, нормалек. А, вот палец. Окей. Очень неудобно. Сейчас попробую просто перепрыгнуть. Ну, как-то так. Как-то не очень получилось. Ой. А тут как? Уже сложнее. Куда бежать? Хо-хо-хо-хо. Наугад просто побежал. Все ломается. Окей. Так, а что-то блестит. А, то свечи. Аккуратненько.
Ну? Отлично. It's amazing to think that this place has always been under the castle. Тут свиток, по идее. Ага. Про пальцы говорится, что разбросаны по замку. Ой-о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 й. Так, ничего сложного. Давайте осмотримся, может быть, тут тоже что-то спрятано. Что наверху? Laura, through the door now. I'm coming. Look for an entrance for me. Oh. I'll be waiting here. Играем за Лору, да? Окей, захват — это лечиться. Ну, это прямые атаки. Удерживать. Окей. Шаровая молния. Удерживать правую клавишу. Туман. Ну, уклонение, да? А, вот уклонение. То есть можно уклоняться, а можно не только уклоняться. Ну вот, то есть вот так вот уклоняемся, можно просто превратиться просто в туман. Причем всегда в тумане быть. Ничего, нормально так. Ничего тут не можем взаимодействовать. То я так пошел. Жаль, когда вот зажимаете, нельзя управлять именно. Было бы отлично. Ну вот, да, вот мы можем через решетку пройти, да? Почему мы ранее не могли пройти через решетку, непонятно. Зачем Габриэлю пришлось открывать? Ага, высасывать мы можем не всегда.
Вот, теперь мы можем схватить оглушенного врага. И тут уже... Ой-ой-ой-ой-ой! Кто знал, что он взорвется и покоцает? Непонятно. Так, я думаю, нет смысла разбивать. Сюда идите. Не подходят. Немножко непривычно, конечно, играть. Но ничего. Пробуем. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, блин, я чего-то не могу понять. Возможно, там нужно что-то нажать или отпустить его. По откату шаровую молнию просто делаем. И все. Окей. Сферы мне не нужны. Вот тут, по идее, мы сейчас спустим что-то, да? Нет, секунду, секунду. А ту ледяную стену мы должны, по идее, Габриэлем, да, разбить? Скорее всего. Hmm.
Ну? Залазь. Do not leave me alone ever again. Хорошо, не буду. Еще 4000, и мы сможем прокачать последний скилл у Габриэля. Еще один палец. Those are the remains of the original tower that the founders built here. The forgotten one is locked up somewhere inside. Так, летучие мыши, по идее, они меня не будут коцать. Со мной же рядом маленький вампир, он меня защитит. Итак, можно перепрыгнуть, а можно пойти вниз. Очередная загадка, да? Или нет? Подождите, а можно ли как-то... меняться персонажами? Или нет? Наверное, нет. Так, и... тут ничего сложного. Ага. Я просто думал, если можно, типа, меняться персонажами самому, то мы бы просто бы взяли Лору и через решетку прошли. А оказывается, оно тут само меняет по сюжету. А, пилы на стенах. Ребят, так это же ж принц Перси, да? Кто помнит? Ага, я понял.
Окей. Ай-яй-яй, я думал, что ну чуть-чуть останется место. А, справа. Справа у нас палец Франкенштейна и здоровье можно взять. Не знаю, стоит ли рисковать. Думай, Ваня, думай. Хорошо, давайте попытаемся пройти. Возможно, там будет контрольная точка. Я не пройду, да, покоцает меня. Хорошо, сделаем по-другому. Сейчас, по идее, я пройду. Контрольной точки нет. Плохо. Возможно, в принципе, так и задумано, что сначала нужно на левую сторону, а потом только взять здоровье и палец Франкенштейна.
Ну, давай, давай. Ай. Идеально. Как думаете, покоцает? Ух! Нет, ну блин, нет! Давайте посмотрим, что тут. Я не хочу рисковать. Пробуем еще раз. Ага. То есть я понял. То есть, ребята, как-то вот так вот это все делается. Очень жестко. Жуть, ребята, жуть. Фух, ну блин, это... А как я там, блин, цепанулся, даже нереально было. Блин, надо было лезть.
Блин, куда я полез? Ух, это жестко, очень жестко. Но зато собрал все пальцы Франкенштейна с первого раза. И это радует. Так, уровень завершен. Спасибо за просмотр. С вами был Бабкин. Это было очень жестко. Самая, наверное, большая головоломка в этой игре. Ну, лично для меня составила самое больше времени разгадки. Подобрать механизм. Так, ну, собственно, пишите свои комментарии, не забывайте ставить пальцы вверх. Всего вам хорошего, до новых встреч. Пока-пока.